Студенты художественного училища имени Махарбека Туганова стали победителями 9-го международного конкурса пленера юных художников «Сочи-2024» в Лазаревском. Студенты представили Южную Осетию на высоком уровне. С ними участие приняла Хетагуровская художественная школа. По словам руководителя поездки Рудольфа Бегулаева, поездка стала хорошим опытом для студентов, выразив надежду на дальнейшее участие молодежи Южной Осетии на подобных площадках. В этот фестиваль пленер художественной школы тема училища Тахсану Дисафта. Махач, чтобы порчески принимать кота участие, тен курс бакусту, чабах сахи ровдосту, тен курдячен фестиваль кумелькана, тен. Сами студенты тоже довольны поездкой. Это послужило им возможностью для знакомства с новыми людьми, улучшением навыков и обмена опытом с профессиональными художниками. Мы посетили город Лазарь. Там проходил международный фестиваль художественных училищ. На протяжении 4 дней мы работали на пленэре. Нам понравилось очень сильно, и мы не хотели даже возвращаться сюда. Первое место заняли Мария Беченова и Валерия Асланова под руководством Алана Ефименко. Второе место разделили Анна Икаева и Элина Касабиева под руководством Рудольфа Бегулаева. Участников наградили дипломами и медалями. Поехали, значит, на пленэрную практику. Девочки справились на отлично. Получили первые и вторые места. Но они справились, молодцы. Анна Гаева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня.